официальный партнер канала интернет-магазин украшений Асфадель ЦЗ. Это старая бохница. Тут недалеко психушка. Блять, ужасное место. Идемте дальше. Всем привет, это Алекс Илин, канал Полиция ТВ. И вот оно, добро пожаловать в иной мир. Известное на весь мир кладбище в Бохницах. Вот оно. Погнали. Так, вот то самое, блядь, кладбище в Бохницах. Да, наверное, хер его знает. Дальше глянем. Что там, блядь, гриб? Блядь. Должны быть могилы везде. Пока могил не вижу. Здесь что у нас будет? Какая тропинка ведет. Так, где мы вышли? Это заборы, да? Блять, по всей территории. Давайте немного пройдем. Посмотрим, что здесь, а? Вот обычное поле. Поле. Дальше, блядь, погуляем тут. По этим, блядь, по этому кладбищу. Блять, пиздец, тут такие деревья. Ну, трошку. Такое ужасающее место, я бы сказал. Да? Пиздец. Пацаны, какие-то голоса, что ли, непонятно. Известные, блядь. Вот эти, кстати, холмики. Это и есть могила. Поверьте, это и есть могила. Давайте я чуть-чуть подальше отойду. Поснимаю так себя. Это, блядь, все. Заросшее там. Вот такой вот небольшой участок кладбища, да. Вышли, куда мы? Вышли. Посмотрим тут. Кладбище. Чего, блядь, не скажешь? Все тут заросло. Могилок уже видно. Идемте дальше. Нет, не надо узнать. Что у нас такое? Все уже давно стертое, размытое. Что непонятно. Блокировал будет. Давай сейчас здесь пройду. Там.
могилки тут. Могилы. А вот еще там обойти. Упадем в центр сейчас. Найдем золотой. Капли разбитые. Все как сейчас. Главное не падать туда. Потому что там везде могилки. Такие, блядь, тропиночки выбитые. Тоже это, блядь. Это что осталось, что тут видно? Так вот все заросло, здесь везде могилы. Да, летом тут, конечно, не на что смотреть. Да, блядь, куда мне пойти? Самое главное, не провалиться. Да. Сори. И мы уходим. Сюда. Там уже потерялись. Там уже ничего нет. Спи. Пойдемте дальше туда. Он тоже на воде. Так, идем к той капле, выйдем. Он там тоже. Походу везде такие лейки. Лейпсич. Дальше. Сзади меня чего? Тут что осталось? Тут вот всего, видите, сколько тут вот свечек. Всякие игрушки, тут крест, шишки. Большой деревянный крест. Вот такой вот не очень-то уютное место. Даже, по-моему, еще и вино не открытое. И, оказывается, было выпито. Да, так что вот так вот. Идемте дальше. Просто пиздец, ну. Все заросло тут. О, ничего себе. Как-то так. Все так тебе.
Где я нахуй тут хожу? Блядь, в пизду. Ай, где вот эту надо, блядь. Все могилы. Это все гробочки. Тихо спят. Так, давайте сюда пройдем. Он будет. Все на тропинке, блядь. Все такое ужасающее. Обычный лес. Ой, бля. Нет, тропинки есть. Значит, тут. Какой-то, блядь, видел тут. Уже, блядь, тропинки есть. Не приходи. Все, блядь, запущено, блядь. Пиздец, все заросшее. Такие вот холмики. Из самолета, когда идешь, оно мягкое такое. Покажу тут все, тут круг такой вот. Здесь, да, не зим. Увидимся совсем за чуть-чуть. Олег Силин, канал Полиция ТВ. Любите друг друга, берегите себя. Обнимаю каждого, все хорошо. Пока-пока.